Всем привет, ребята, с вами Ниагара. 17-я миссия в прохождении Devil May Cry 4. Мы все еще Данте. Он с Розой бегает в зубах. Так, это мы не трогаем, да? Сюда вниз. Продолжаем проходить старые локации. А, эти заберем. Мне понадобится звездочки восстанавливать, звездочки. Хилочки свои. Мы возвращаемся. И наша задача сплясать с этим огромным спасителем. Ну, как сказал Данте. Давай спляшем. Начальная уже локация. Я так думаю, что финал не за горами. По-моему, там всего то ли 20 их. То ли, ну там сколько, 19 или 20 ли всего. Так, что какие-то они... Эй, куда стреляем? Вот цель. Есть. Так. А, ну все, мертв. Так. Ой, ты-то тут зачем, чувак? Ну вообще. Ой, как вас много. И этот еще, ну все. Ну не надо. Та-та-та-та-та. Что такое? Ай. Так, подождите, чуваки, я что-то с вами не пойму. Нет, так не попадает. Ой, ну да, да, да. Ай, да, 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 да. Вот, кстати говоря, с ними драться, блин, с помощью вот этого оружия очень даже неплохо, только надо со спины обходить. Все, 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 один готов. Вот сюда, сюда. Отлично. Он улетел. Ну, он обещал вернуться. Тихо. Держи. Ай, я подловил меня. Все, готов. Я что-то... Подождите, не разобралась с этим его оружием. Там надо в воздухе его использовать. Ну-ка, подожди. Дальше чё? Что они просто взрываются или чё? Ладненько. А разберемся. Сюда. Поскольку я первый уровень прошла, я не знаю сколько раз. Бешеное просто количество. Непотребное просто совершенно. Я уже наизусть знаю, куда идти. В отличие от предыдущего уровня, все равно пытаюсь. Потому что, когда идешь... Ух ты! В одном направлении, то как-то это... Блин, там еще эти...
Чё, как? Чем вас лучше убивать-то? Так. Да что вас тут так много-то? Вот здесь мешки ходили, между прочим. О! Нет, не надо так. Короче, не пойму, они взрываются, вот это я поняла, да, потом. Я ему так вот навтыкиваю, они потом взрываются, и очень даже хорошо сражаться. У меня луна из кожи. Все. Сейчас его там взорвет. Давай. Так, давай, летучка. Что ты где? Эска, представляете? Вот так хорошо. Ну, сейчас. Там еще один, что ли? Гаденыш. Или это он взлетел? А, он взлетел. Ну ладно. Ладненько. Дайте меч. Так, ну со здоровьем нормально. Отравление вот это. Чё, как убрать? Так. Там такая тусовка, помните, демонская была в городе. Где-то вот здесь. На улице города. Дарта у нас поверху проскочил это все дело. А у нас не получится. Так. Готов. Ну чё ты? Не подгребайте ко мне. Эй! Ой, хорошо-то как. Так, там здоровые эти. Тут реально такая тусовка. Ой, да-да, тихо-тихо. Так, ребята, разойдись, а. Это весело, я серьезно. Он их так это расстреливает. Так. А что-то вы какие-то бессмертные, ребята. Ну-ка. Всё, нет. Вот хорошо, собачки. Отлично, веселье началось, да? Так, подождите. Определиться надо с собачками сначала. Так, что-то подожди. О, вот кто у нас тут еще. Ой, не надо. Ну что же вы?
Я в вас так верила. Так. Тихо. Агрессоры. Ой, больно. Тоже умеют стрелять. Паразиты. Ты-то тут... Господи, чё забыл? Мешковина. Ну, помираем, давай. Не попадаю, а? Ништяк. Фортуна написана справа. Убираемся по городу. Мне понравилось, да, достаточно забавно, когда их так много. А у тебя хорошее оружие. Так. Там перекрыто. Окейшки. Идем сюда. Ай, ладно, я уж туда не буду возвращаться. Так, в бою нас собираем, наверное. Тут закрыто. Сюда. Интересно, кто у нас будет промежуточные боссы, потому что мы же не сразу придем к мистеру спасителю. Ну, ну господи, а. Ай-та-та-та-та. Так, а побольше тут наделать им. Ну а? Ты взрываешься потихоньку. Куда ты? О, хорошо. Давай, убей его. Так. Блин. Как вы меня бесите. На. Готовы? Один готов. Да, блин, ты как-то подкрался. Неожиданно, чувачок. Ой, блин, чуваки, вы такие бесячие, рили. Ха-ха, чё, где, как? Блин. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй-яй-яй, обижают. Со своими этими щитами, ну там вообще. Как вас валить? Не знаю уже, тактику какую-то нормальную не могу подобрать. Так. Нет, вот этим лучше. Пошел ты. Ай-яй-яй. Испугался, испугался, отходим. Да, господи. Такие вы, ребята, реально неугомонные, а? О, отлично, я ему сломала щит. На, держи. Так, 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 парень, ты что-то это...
что какой-то агрессор прямо. Так. Ну, один готов. Второй летает еще. Блин, мне бы вот... вот этого завалить. Еще с красными пришел. Своими ногтями. На, что ты, я не знаю. Где он? Этот в плаще летает, я его нифига не вижу. Так, кажется, он все. Ай! Больно. Этого попробуем так. Я не там уже, чувак. Ай. Эй, не туда. Сейчас. Промазал. Господи, да как тебя завалить-то? Бесишь. Что-то вот это вот мое оружие как-то на него не сильно-то влияет. Не так применяю, ну что? Ой, ну наконец-то. Так, сейчас. Отлично. Умница. А теперь, когда комбинируем, вообще все прекрасно. Ну что? Хотите вы меня тут заколебать этими врагами, я так поняла. Вообще мрак. Тут не пройти. Чё скажешь? Сколько там у нас? 23. Одну докупим и... вот так. Докупать приходится, да, тратим. Но все-таки я думаю, что до конца игры точно хватит. У меня там еще крупные. Предположил, что эти демоны окажутся неадекватны перед лицом твоей стратегии. Призвать и убить. Что за музыка? Веселуха. Как-то оно непоследовательно. Неужто разумом? Пришлось платить за силу. Люди, они упрямы и глупы. Они должны увидеть ад воочию, чтобы принять и восхвалить их бога. Как иронично, ты не находишь? Ха. Я нахожу, что ты мне надоел. Я пришел, чтобы вернуть то, что по праву мое. Хоть театр тут устроил. Ё-мата. Да, дай-ка мне. Вот. Зачем ты пришел? Вот я ненавижу с ним сражаться. Почему я стою на твоем пути? Ты споткнешься, попытавшись преградить мне путь. Театр бабы Фисы. Ибо в драке такие сумасшедшие противники, как ты, много лучше пустоты. Ой, ну ненавижу. А, да. Где я? Ты чё так меня поймал-то? Подловил прямо, вот и посмотри.
Так, нет, нам вот это надо, да? Так, чиха. Блин. Ой-ой-ой. Что-то у меня хорошо будет прикладывать. Я чувствую, я буду часто хилиться. Я лучше маленькие почаще на него истрачу. На тебя. Так, на собак пока не обращаю внимания. Жесть. Почему у меня такое отравление-то сильное, блин? Я просто думаю, что он этих собак снова призовет. Ах ты гад. Блин, целься, во. Так, давай. Да нет, какой-то ветер-то включил, какого лешего. Блин, как бы сейчас хорошо-то врезали ему. Чё он делает? Мама, чё он делает? Вау! Тихо. Чё произошло? Давай похилимся. Вставай. На, получай. Блин. Гад какой. Но он опять этих, но выпускал, конечно, своих приятелей. Что такое? Это, конечно, бесполезно. Да пошел нафиг. Конечно, хорошая. Ой, он тоже умеет так стрелять. Блин. Так, у меня уже демоническая это. Сейчас мы его нафигарим. Давай. Так. Ай! Получай. Вот опять вот эта вот ерунда началась. Ай! Он забирает, короче, себе силу, хилится, по-моему. Тихо. Ой-ё, тихо. Вообще, как плохо это все. Ладно. Слушай, ну ты заколебал хилиться-то. Так, спокойно. Нет, какой обедать, я тебе дам. Блин, бесите. Да вот в него целься-то пофиг на собак. Давай. Блин, гад такой. Ну что? Так. Ай! Нет. Надо как-то ему помешать, чтобы он вот не хилился за счет меня, да блин, как? Нет! Не дам тебе обедать, пошел вон. Ау! Вот это плохо. Вот это плохо. Блин. Опять похилился, гад. Так. Сейчас.
такой козел. Слушайте, ну он вообще восстанавливает здоровье. Как вот я должна с ним биться? Сейчас, конечно, обрадовался. Вот не давайте ему меня схватить, да, ну как? Так, подожди. Да пошел ты нафиг! Опять похилился, да это просто жесть. Как он меня бесит, этот чувак. Стреляет в него. Упырина. Да-да-да. Я, в принципе, ему хорошо снимаю. А потом начинается вот это вот безумие. Пошел вон. Ах ты гад. Слушайте, как победить эту тварь, а? Он меня просто бесит. Тихо. Надо ему как-то вот не давать ко мне приблизиться, а? Ух ты, черт. Так, скоро он опять начнет. Отходи, отходи. Нет, нет, нет. Да в него ты целься, господи. Отходи, отходи! Ай-яй-яй! Пошел он. Нет. Да паразит, ну как ты так-то? Он опять восполнился. О! Смотри-ка, что придумал. Да. Как меня бомбит, это уже просто жесть. Целься в него. Нет, не пора. Пошел вон. Отходи, ай-яй-яй. Ну это ладно, это ладно. Он не хилится, по крайней мере. Включай. Вот сейчас бы его как-то добивать, не дать ему похилиться. Иди в пень. Так, ну это он пока не делает захват, ладно. Чуть-чуть осталось, ну давай. Иди ко мне. А-а-а! Так, ладно. Ребята, это жесть. Не будь у меня всего этого, все, фиг. Пиши, пропала. Неужели завалила? О-о-о, потная катка. Возможно, как кошмар. Такое различие между нами. Ты отказался от всего человеческого, вот и все. Но ты же не человек. Так почему я ниже тебя? Ты считаешь людей слабаками. Понятное дело, их тела физически слабее, чем у демонов. Но есть у людей нечто, что демонам недоступно. Что? Что? Это чего нет у демонов?
Жалься над ученым, прошу тебя. Скажи... скажи... Нет. Если ты собираешься продолжить свои исследования после смерти... Нет. Вот тебе домашнее задание. Давно пора было его завалить. Он такой мерзкий. Столько нервов вымотал. Жучара. Немая сцена. Занавес. Понты. Ой, Вова, спасибо за души, сферы. Валить надо. Что-то там нехорошее затеялось. Ой, противный жучара. По времени долго-долго я с ним билась, но зато все остальное нормальненько. На бэшечку. Ладно, ребят, продолжим. Следующая серия. Пальчики вверх. И до скорого. Пока-пока.